Важная информация для автолюбителей. В Самаре перекрыто движение на улице Комсомольская от Куйбышева до Фрунзе. Там начались работы по замене старой канализационной трубы. Она была установлена еще в 1924 году и давно выработала свой ресурс. Керамическую трубу диаметром 300 мм заменят на полиэтиленовую такого же диаметра. Аварийно-восстановительные работы займут не меньше 2 недель. Автомобилистам следует продумать пути объезда. Было решено произвести вот быстро замену, пока там никакой критической ситуации не было. Сейчас уже стало известно после предварительного обследования, что будем мы менять около 20 метров трубы, будем менять керамику на полиэтиленовые трубы. Вот, и, ну, наверное, около 2-3 недель это займет.